На заводе АБС «Заим Автоматизация» сегодня встречали главу Чувашии Михаила Игнатьева. Руководитель компании Ненад Попович представил ему интеллектуальный взрывозащитный электропривод, который выпустили для Роснефти. Он обратил внимание, что всего 5% деталей покупаются за рубежом, остальные производят на предприятии. Ненад Попович также рассказал, что продукция используется в энергетике, в том числе атомной, а также нефтегазовой и горнодобывающей отраслях. Ее экспортируют страны Юго-Восточной Азии, Африки, Восточной Европы, Ближнего Востока. Глава Чувашии Михаил Игнатьев пообщался с трудовым коллективом. Сотрудники предприятия задавали вопросы, касающиеся проблем в области ЖКХ и строительства, нехватки парковок во дворах, ремонта дорог, развития медицины и дошкольного образования.